Це супер, це нічого варіант. Це антикварна. Вот, ребята, оникс. Прекрасно, прям видно порода. 200 миллионов лет. Ваза потрясная. Fotografieren konnte es losschicken. Nicht nach China. Rosenthal, 20er Jahre. Качество потрясное. Костяной фарфор, Born China, Англия. Замечательно. Ящик потрясающих рождественских шаров, вообще прелесть. Люди покупали, хранили целый ящик. Ручная работа, вообще прелесть. Трио. Die steht auf eBay Kleinanzeigen, wenn ich so bis 120, 110. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich will dafür 50 Euro. Schaubar. Ich will jetzt auch, dann muss ich 45 sagen. Aber in China gehe ich nicht. Ja. Klar, natürlich. Aber die ist auch, wir haben jetzt schon ein paar gesehen heute. Schaubar. Ich habe eine, die am besten. Die anderen waren alle 60. Die kleine kostet 5. Это, ребята, резиновая субстанция, но очень хорошая. Это Светлана Немоляева, детство. Детство. А? Dann sind wir durch für das Jahr. Такая ваза огромная, Голландия, что ли? Что-то в этом роде. Вот каподемонты потрясные. Розенталь сервис. Okay.
immer weiter. Это Кайзер. КПМ. Лошадь. Mach mir einfach einen Preis, sag mir, was es dir wert ist, und ich sag dir, ob ich damit leben kann oder nicht. Ich sollte mal einen Preis irgendwie, dann könnte ich auch ein Jahr oder nein. 20 Euro. Dann musst du mir einen anderen Preis sagen. Nein, da habe ich genug und dann ist. Nee, aber für die junge Frau da. Kaffee. Also, gehabt, aber die habe ich verkauft. Japanisch. Ja, ist japanisch. Also ja, ja, das sieht man. Das ist ja, das steht. Eichi Seto Japan. Auch vom Muster her. Und die Vase, die hat viele so Blüten gehabt und Vögel. Also, Was soll das kosten? 6 Euro. Вот так, ребята. Двигаемся пока что. Чего только нет. Все есть. €80. Ja, ja, sehen Sie? Ja, genau. Im grünen Barotter, ja, und dann, ja, drauf, genau, dieser Stempel. Ja. Да, господа, эти люди, знаете, приехали сюда еще вчера, в основном. Что я вчера проезжал вот не здесь, а в другом месте. И видел здесь огромное скопление людей. Вот, вот такие вот тапочки. 39-енькие. И они вчера здесь пили кофе, горячительные напитки, общались. То есть речь не идет о торговле, речь идет о чем-то более крутом и интересном. Но они, я думаю, не особо-то и распродались сегодня. Я думаю, много чего осталось у них, судя по репертуару, который на столах еще есть. Ну что, сегодня огромнейшая барахолка. Я, конечно, все не прошел и даже не посмотрел. Все, ну процентов 70 посмотрел. Да, вот такой красавец.
Ну что, господа, посетили мы барахолочку, в общем-то. Купили пару вещей хороших, как я уже говорил. Это самое важное, именно классные вещи. Супер качество, аттрактивитет. Ну, в общем, все как любят хорошие люди. Вот, так что отлично. Весна, все класс, все отлично. Погода прекрасная. Вот. Что еще нужно? Так что всем мира, добра, здоровья. Заходите в гости и до новых приятных встреч. До свидания.